Ну что ж, продолжаем нашу трансляцию с первенства Европы среди юношей по свободной пирамиде. Евгений Салтовский, он сейчас в кадре справа, слева Сергей Крыжановский. Спортсмены, которые не нуждаются в представлении, и точно так же не нуждаются в представлении человек, который будет комментировать первые пару партий, как он сказал, для вас этого матча. Олег Речец, многократный чемпион Республики Беларусь, победитель разнообразных международных турниров. Ну что ж, слово Олегу. Здрасте. Ну что ж, начинается матч. Первым будет разбивать Сергей Крыжановский. Я думаю, что игра будет довольно-таки активная, потому что два игрока такого атакующего плана. Ну что ж, будем смотреть. Неточен разбой Сергея, пирамида в хлам. Начинает Женя. Не самый сложный чужой, но от души, от уха. Автовыход. Почему, Олег, ты думаешь, Женя на этот матч решил выбрать именно такую тактику? Обычно он любит поморозить игроков, соперников. Медленно играет, долго целится, а тут решил перестрелять. Ну, я думаю, что такое редко бывает, когда он медленно играет. Ну, в основном всегда, сколько я с ним играл встреч, сколько вообще он играет, это наоборот атакующий стоит. В ответственные моменты, да, он старается как бы потянуть, настроиться иногда. Ну, пока, видимо, ответственный момент не наступил. Ну, пока первая партия, он играет налегке. Но, видно, достаточно собран все-таки. Ну, я думаю, что ему проще играть. Играет дома. Много болельщиков. Сейчас в хорошей форме находится. Ну, вот ошибка. Тренируется просто в другом клубе, тут сукно немножко другое, сложнее бить свояки. Чужие хорошо забивают, свояки немножко, все ошибаются, спортсмены. Есть парочка, чужой смотрит прямо в лузу, за которой мы сейчас с Олегом расположены. Левая, нижняя по отношению к камере. Ну, есть пара и направо. Вчера мы уже показывали матчи с участием. Уже показывали матчи с участием и Сергея, и Жени. Они одержали в них победы. Ну, Сережа играл как-то больше осмысленно по выходу. Я могу сказать, что стили игры в обоих очень похожи, очень похожи. Еще бы поближе к лузе докатился шар, можно было рассчитывать и на партию с Кия. Но пока не будем забегать вперед. Подбой. Нет. Ну что, есть еще чужой в угол. Я думаю, что его и будет играть в левый угол. Thank you.
Ну вот, сыграл с переводом. Не очень удачно, но игра есть. На таком же свояке вот как раз Женя ошибся. Всю детскую присыпку смели в ближайших аптеках. Да, все забрали. Посмотрим сейчас. Крыжановский перед матчем поменял наклейку, только новую поставил. Нормально, видно, привык уже. Хотя для него сегодня это всего лишь первая встреча. Ну, Шешеровский я уже забил подряд. Не хочу показываться навязчивым, но все-таки объявлять всем шаров до момента, когда остановили шары, это несколько неправильно. Ну да, в принципе, может упасть еще что-нибудь. Как бы ни было, или штрафануться может игрок, так? Естественно. Все молодые, горячие. Штрафов у нас и сегодня, и вчера было в избытке. 7-8. Восьмой квадратный. Сегодня Женя играл первую встречу в контровой партии, проигрывал с россиянином, с молодым. Проигрывал 6-0 в контровой партии и выиграл партию эту. Очень хорошо. С такой позиции, что порадовал белорусских болельщиков. Да, жертвой его упал Шамиль Габдрахманов. В таком стиле вот. Вчера, когда он выступал на ТВ-столе, тоже парочку таких похожих шаров упало. Любит он вообще эти удары через кровать. Ну, уверенно играет, техника хорошая. Очень хорошо по выходу, но плохо по атаке. Да, в такой перестрелке выиграет только тот, у кого призвание снайпер. Очевидно, как я и прогнозировал чуть раньше, что хотят перестрелять друг друга игроки. Эта ошибка может стоить партии сейчас Сергею. Отличный шар, сложный перевод по длинному борту.
Но могло бы, конечно, и чуть-чуть более повести Женя. Ну, вы сами прекрасно видели. Далековато от Луза, но идет на эту атаку. Ой-ой-ой. Вот это да. Сложнейшим свояком заканчивает эту партию в свою пользу Евгений. 1-0, матч до 5 побед. Олег Речис нас покинул, не знаю, надолго ли. Естественно, он тут в клубе на расхват, да и вообще тут полным-полно знакомых, со всеми пока поздороваешься. Но я думаю, что этот матч можно смотреть и без комментариев. Может, они будут даже лишними. Предлагаю вам в тишине некоторое время насладиться игрой. Я тоже посмотрю, помолчу. И не буду мешать игрокам у стола. Похоже, что не привык у нас Сережа Крыжановский играть вторым номером. Пошел ва-банк, решив раскатить пирамиду полностью и сложить партию с Кияна. Похоже, отдает, что... Да все отдает. На немыслимом просто сейчас кураже Женя. Летает, порхает вокруг стола. Да, прям заповедь руки Бальбоа. Порхай, как бабочка, жаль, как оса. Или не оса, пчела. Что-то я подзадумался. Но не о том надо думать. Серия растет. Так, пришла пора перейти на дальнюю от нас половину стола. Своячок. Продолжение игры в соседнюю лузу. Thank you.
13 минут назад начался этот матч, уже счет 2-0. Перерыв берет молдавский спортсмен. Сергею Крыжановскому нужна пауза, естественно. Женя на колоссальнейшем кураже кладет все подряд. Была единичная, может быть, две ошибки. Но в остальном по атаке действует просто безукоризненно сейчас Евгений. Много сейчас болельщиков в зале поддерживают его, аплодируют, восхищаются просто его игрой. Если продолжит в том же ключе, то очень скоро мы узнаем имя очередного четвертьфиналиста из Беларуси, потому что уже Ануфриев, Чижов и Колосов оформили себе путевки в четвертьфинал и ждут там своих соперников. У Валеры Чижова Максим Коленко уже известен визави. Вася Ануфриев и Денис Колосов пока без соперников. Естественно, сегодня покажем и матч, один из матчей 1/4 финала. И затем покажем какой-то из полуфиналов. Ну а завтра финал, и уже собран стол здесь наверху в торговом центре Европа. Зрелище будет захватывающее, это я могу гарантировать, потому что сегодня все матчи просто как один на заглядение. Слышу, звоните что и говорите, что прерывается звук, какие-то проблемы у нас в трансляции. Если это так, подтвердите, прошу вас в чате Лиги любителей бильярда написать, либо в чате нашего видеосервера bambuzer.com, через который ведется трансляция. У
Очень бы не хотелось, чтобы такой классный матч был испорчен плохим качеством трансляции. Делаем все возможное, естественно, и невозможное даже порой тоже перед матчем. Вот Евгений Салтовский так быстро шагал к столу, что не заметил кабель, идущий к одной из камер, и вырвал его с корнем. Пришлось в экстренном порядке менять, поэтому чуть-чуть и подзадержали встречу. Ну, продолжаем. Третья партия, разбивая Сергей Крыжановский. Очень многое, конечно, зависит в этом матче от успешности разбоя. Не забиваешь разбоя, даешь позицию сопернику и можешь тут же получить ския все 8. Ну вот повторение разбоя первой партии. Сильно, очень сильно и неточно раскатываются шары. Куда играть? В угол налево. Непростой шар, приличная резко там была. Очень приличная. На дальней половине у правой луза располагается шар, который можно впоследствии использовать для своичка, но пока чужие. Пока чужие под железо, длинные переводы. Весьма грустно сейчас наблюдать за Сергеем Крыжановским, который сидит и не понимает, вообще дадут ему шанс выйти к столу или нет. Солирует пока что его соперник. Женя на радость местной публики забивает все, что не приколочено. Куда более размеренный удар по выходу. Браво. Шансов для Сергея Крыжановского подойти к столу и показать, что он тоже умеет забивать и забивать много. И по-разному. Вот торопиться я ему сейчас настойчиво не советую. Настоятельно рекомендую просто осадить коней. Чуть-чуть притормозить. Осадить пыл, извините. Уф. Да, какое нервное напряжение сейчас. Ну, даже мне передается. Нет, поплыл, отъехал, все. Не смог он перенести достойно, спокойно эту серию из 5 шаров Евгения Салтовского. Дал серьезного промаха. Шар мимо вообще, мимо просто. Салтовский 6. Салтовский 7. Салтовский 8. Абсолютно согласен с мнением из зала. Кто-то выкрикнул: хорош. Ну хорош же. Thank you.
так понимаю, что этот матч сам по себе красочен, самодостаточен, не нуждается в каких-то комментариях, поэтому мне вот сейчас Алексей Осипов пишет, просит передать привет Воронежу. Естественно, Воронежу привет. Многие знают, что я в последнее время прописался там. Но, естественно, не мог не посетить первенство Европы. Потому что последние 4 года ни разу не пропускал. Писали вы, что есть проблемы со звуком, но не знаю, как их устранить. Чуточку прерывается, все-таки интернет здесь далек от понятия скоростной. Зато игроки у нас очень скоростные. Вернулся, полноценно вернулся уже в матч Сергея Крыжановского, сейчас на серии. До этого Евгений Салтовский собрал 6 шаров, как вы понимаете. Рассчитывал, естественно, на другой подбой. А так состоялось лишь легкое касание шаров. Позиция не ахти, можно сыграть своика в угол направо. Именно так. И вот сейчас, когда этот подбой уже и не нужен-то был, убивает просто молдаванина белорус.
гром аплодисментов после этого безумнейшего свояка. Что же творит Салтовский? То ошибается на свояке попроще, то забивает. Вообще немыслимые шары. Очевидных подарков. Ну, раз уже звук прерывается, и вы меня плохо слышите или слышите, но я лишь порчу этим общую картину, поэтому я, наверное, помолчу. Еще раз сам себя заставляю замолчать и понаблюдаю за этим интереснейшим матчем. Воля, тем более партия. Валерий Соловьев, белорусский рефери, озвучил эту магическую цифру. 7 шаров Евгения Салтовского в одном шаге он от победы.
Чуть менее получаса понадобилось Евгению Солтовскому для того, чтобы расправиться с самым грозным соперником на этом турнире. Не теряет бодрости духа, по-отечески так. Женя сейчас погладил по голове Сережу, пожимает еще раз руки. Сергей говорит, да все нормально. Конечно, переживает, не рассчитывал на такое. Прибил, просто прибил. Первой и второй партии надломил соперника. И после несыгранного свояка Сережей в середину было понятно, что все. Но не до такого же неприличия. Просто разорвал соперника Солтовский. Уф, возьмем небольшой перерывчик, а потом...